попроси. Вот тут. Вот бить. Аня, давай, попроси, попроси. Вот, молодец, девочка. Ай, мимо. А ну еще раз. Нет. Вот, молодец. Молодец. Ой, какая. Не буду мучить. Слушай. Сразу отдам. А он не умеет просить? Не, он еще не научился, он мальчик, он ленивый. А, ну понятно. Он ленивый. Он только вот так вот держит, повернись сюда. Повернись, повернись, повернись. Прям по миске съедает, да? Да, они очень хорошо кушают фрукты. У них двухразовое кормление утром и вечером. Они по 1,5-2 килограмма за раз могут съесть фруктов. Причем фрукты разные. Они вот, начиная от бананов, заканчивая виноградами, персиками и всеми разными фруктами. У них ареал питания ихний, это Индия. Абрикосы. Ой, ну вкуснятина вообще. Котомишки. Котомишки. Животное редкое, не во всех зоопарках содержится. Вот, честно, никогда не видела такого. У них должны быть обязательно условия очень хорошие. У них здесь летний вовек, там зимний, там стоит климат-контроль. То есть летом он прохладный воздух, зимой он теплый, да? Полы с подогревом. Бедут, и все. Не-не-не-не-не. Не надо ко мне, не надо. Спасибо. Бентуша, душа. Да-да-да, идите кушай. Хвостяра, представляете, какой хвост. Ох, закос все равно. Да не буду, не буду. Покормить. На, иди сюда, на, бинта. Бинта, на. Ну-ну-ну. Съела. Хлопала банан. Молодцы. Ешь, Бинечка. Так. Идет моя зайка. Какая зайка. Она крутится, вертится. Иди, ешь. Шар голубой. Так, Оленька наша, ты готова? Да, готова. Тебе Игорь Попов передает, Оленька, 500 раз спасибо за заботу о зверятках. Спасибо, ребята, очень приятно, вы уделяете внимание. Большое спасибо. Наталья Васильченко передает тебе большой привет, как многодетной маме, за твое доброе сердце. Это точно. Как можно не любить этих детей? Алла Старцева просила передать наилучшие пожелания и благодарность и за самоотверженный труд. Спасибо. Спасибо большое. Да, труд в зоопарке очень тяжелый. Но любовь к животным, этого достаточно. Спасибо, ребята. А приятно, да, вот скажи, вот именно когда любишь, вот и не устаешь, даже устаешь, и оно приятно. Да. И я рада, что есть тоже такие единомышленники, которые тоже очень любят животных, готовы ухаживать за ними, смотреть, следить и проводить. И тебе место досталось. Да. Точно. Так, я видела, я их снимала, они гуляли вроде. Да. Да? Может быть уже? Да. Ой, ну кудашь ты от жадности от такой? Один-то уже не знаю. Она такая любопытная. Ну, все женщины такие. Да. Мандаринку взяла. Мандарин. Абрикос, банан. Шикарно, у меня слюни текут, если честно. Вчера у них дыня была на ужин. Они тут объелись просто. Я им положила прямо такими кусками большими. Они сидели, жевали. Поцелуйте, Бинта любит целоваться. Бинта вообще. Целоваться это самое любимое. Если ее не поцеловать, то у нее все, настроения не будет. Целоваться надо обязательно, да, Бинтаска? Мы как скажи не зайдем, сразу целуемся. Лапы такие уже большие стали, огромные. Покажи, Бинта, покажи лапы.
Покажи лапы. Встань, встань, покажи нам лапы, покажи. Встань, 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 встань. Дай лапы сюда. Дай лапы, дай, дай, дай лапы. Лапы. Покажи. О, какие лапы уже у нас стали. Недавно делали педикюр, маникюр. Медвежьи, действительно. Да. Но я вам хочу сказать, это самые ласковые, самые, что не есть, нежные, не агрессивные медведи, которых я только видела. Самые ласковые, нежные зверь, да? Это кто? Это коталишки. Котомишки? Да, коталишки. Обалдеть, такие бывают, да? Да, такие бывают, они водятся в Индии, в основном в лесах. Надо у Бинты стащить, да? Да, я поможешь на что-то. Бинни, на это, на Бинни, Бинюша, тебя чешется спинка? Я над полоском только увеличенного размера. Ням-ням. А, ребят, у них, видите, начинают кисточки уже вырастать. Скоро у них вырастут как у рыси, будут свисать такие большие кисточки на ушах. Вот начинают расти уже. Все, жду, пока они вырастут. А что, большие будут? Да, будут большие, они прям будут свисать сюда. Ого! Они еще бывают у них это на кончиках. Это мы еще не все видели, беленькие. Оказывается, так что все, да, впереди. Мы все видели. О, новинка. Будут сережки висеть. Это точно. Да? Она не может, чтобы с чужой миски не скушать. Не-не-не, у меня нету. Кушайте с мисочки. Она же норовится. Как бы мне вот у нее вкуснее все-таки, да? Хотя у нас это не получилось. Да. Что, он у тебя взял? Да? Ну и девочка. Идем, я тебе вот сюда поставлю. О, правильно. Иди, смотри, а здесь твои любимые мандаринки лежат. Давай. А абрикос слаще? Ну да, они сейчас все скушают потихонечку. Он на хвосте стоит? На лапках и на хвосте. Вот так. Вот хитрушка. Вот куда она? Все равно. Не, его не обманешь. Он у себя мандарины все съел. Живот такой наел себе обширный. Ого. Матрешка. Все, живот не дает трогать. Конечно, это его. Живот. Ну, встанем и посмотрим на твой живот. Вон, смотрите, какой живот наел. Это просто как будто карман там у него. Так, надо еще дальше. Я его сегодня вмещаю. Он такой большой уже. Давай. Вот какой живот. Ого. По бокам. Почти по пояс тебе. А у Бинты это вообще страшное дело на такое смотреть. Бинта, покажи. Покажи. Так, это надо мне дальше тогда. Покажи. Видите, как у Бинты? По бокам аж вытирает. Угу. Кто-то должен накушаться, наесться. Попроси. Вот малая девочка. Хорошая девочка. Конфетка моя. Да, моя конфетка, моя любимая. Да. На ручки просит, ну уже просится, да. Тяжело тебя завалит. Мне очень тяжело ее держать. Конечно. Вообще. Таскать ее. Это... Его я еще могу поднять, ну и то ненадолго, на минут пять. А ее уже не могу, потому что уже все, спина болит. Да она уже потонула, это такая уже большая. Все. Убежала от зимнего лета. После вкусного обеда. Не, это уже ужин. Полагается поспать. Все, она ушла. Бинечка. Ну все, пока-пока. Опа, ты выглядываешь? Может, еще мандаринку? Вот, малыш. Да, привет. Все прям на ручки прям просятся. Бинтуша, душа, ой, какая красивая, что ты просишь? Ой, какая умничка. А, умничка. Такая стойка.
Проси, проси, проси. Ай, вот молодец. Вот понимают все-таки, да, говорят, вот животные. Нет, они очень умные, очень понимают все. Особенно если с ними разговаривать, общаться, так это вообще. Прелесть просто, загляденье. Еще будешь бить? Сегодня не очень жарко на улице, хорошо? Ой, так хорошо, я прям отдохнула. Им тоже очень нравится, они ближе к вечеру вот так. Да? Иди, моя девочка. Кто? Ты ко мне хочешь на ручки? Ластится, на ручки. Бини все ластит. Ой, ой, ой. Нет у меня ничего, я их смородиной угощала. Они любят всякие вкусняшки. Прямо в рот заглядывает, говорит тут, а все. Она уже наелась. Уже наелась, да. 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 Уже все, уже наелась. Да. Ну все, все, пойдем. Пока, пока, пока. Пока. Пока.